Казанский федеральный университет. Один из старейших университетов России. Он находится в городе с тысячелетней историей – Казани, в 800 километрах на востоке от Москвы. Казанский университет был основан в 1804 году императором Александром I. В Казанском университете учились и работали многие известные люди. Николай Лобачевский, создатель неевклидовой геометрии. Владимир Ленин, первый руководитель советского государства. Лев Толстой, известный русский писатель. Николай Головкинский, выдающийся стратиграф, и многие другие. Карлом Клаусом был открыт химический элемент рутений. Сегодня Казанский университет является одним из ведущих в России. Здесь обучаются более 50 тысяч студентов со всего мира. В 2024 году по рейтингу QS вуз занял 401-ю позицию в мире, а по направлению нефтегазовое дело – 29-ю. Институт геологии и нефтегазовых технологий специализируется на геонауках и нефтегазовом деле. В составе института работает множество лабораторий, в которых трудоустроены студенты. Магистерская программа «Комплексный анализ данных в нефтяной геологии» реализуется на английском языке. Формат обучения очный, в течение 2 лет. В рамках обучения студенты изучают прикладную геофизику, интерпретация данных коротажа и сейсморазведки, геологическое моделирование, основы разработки нефтяных месторождений, гидродинамическое моделирование, применение нейронных сетей для анализа данных и другие предметы. В результате выпускники получат навыки построения геолого-гидродинамических моделей от анализа исходных данных до прогноза добычи. Практические занятия проводятся в современных программных продуктах. Подать заявку можно на официальном сайте Казанского университета. Между Казанским университетом и Китайским нефтяным университетом реализуется программа обмена студентами. Студенты второго курса программы «Комплексный анализ данных в нефтяной геологии» имеют возможность на один семестр поехать на учебу в Пекин. Студенты КФУ проживают в комфортабельных общежитиях деревни Универсиады. От общежития до университета можно добраться на метро. Здание Института геологии и нефтегазовых технологий находится в историческом центре Казани. Города с удивительной и древней культурой. Приезжай учиться в один из ведущих университетов мира –